Приветствую вас на канале Раиса Гриченко, дача, сад, огород, цветы. И сегодня у нас снова агрогороскоп, и он посвящен капусте. Причем не только посеву семян капусты, уже средних сортов, различной капусты, разных видов, но и высадки уже рассады, готовой ранней капусты. И сейчас рассмотрим все в апреле месяце, все лучшие дни для высадки рассады, а также для посева семян уже средних сортов капусты, для высадки затем в мае или в июне месяце. Итак, апрель 2021 года, время московское. Первый хороший период именно подходит для высадки уже готовой рассады в парнике, в теплице, там, где есть какие-то укрытия, козерог, убывающая луна. Очень хорошее время, у нас только позади состоялось полнолуние 28 марта, поэтому энергия очень хорошая для посадки капусты, она будет коренастая, крепкая такая капусточка. Высаживаем 3 апреля с 11 часов 30 минут до конца суток и 5 апреля с 0 часов до 9 часов 30 минут. Объясняю, почему вот такой перерыв 3 и 5. 4 апреля переход Луны из 3 в 4 фазы. Это стрессовая ситуация, очень сложная ситуация, поэтому в это время я не высеваю, не высаживаю. Это очень сложный период. А вот 5.04 это уже Луна без курса. Это тоже неэффективное время для посевов и посадок. Поэтому воздержимся и высадим в хорошее время. Луна без курса с 10 часов 7 минут до 16.05, до момента перехода Луны уже в другой знак. Поэтому, кстати, этот знак не подходит никак для капусты, поэтому мы пропускаем вот эти периоды, а используем вот 3 и 5 очень хорошее время для посадки, высадки, рассады капуст любых в парники, в теплице. Ну а этот период, хотя короткий, но можно сеять семена и высаживать рассаду. Очень хорошо сеять семена, долго всходят так вот, но зато дружно, крепыши такие. Правда, короткий период, телец, растущая луна, 14 апреля с 6 часов утра и до конца суток можно посеять. Ну, посевы это не так уж сложно. Сеять, если заготовили заранее землю, емкости, то это очень просто делается. Почему вот такой маленький период? Да потому что 13 апреля время Гекаты после новолуния, а 15-го это Луна снова без курса. Неэффективная Луна с 3 часов 2 минут до 9 часов 36 минут до перехода в неэффективный знак для посадки капусты. Еще очень хороший период. Тоже можно сеять и высаживать рассаду. Это время растущей Луны в знаке Рак. 18 апреля все 24 часа, 19 апреля все 24 часа. Здесь момент очень интересный. Это больше для средних сортов как раз подходит капусты, чтобы высадить уже их в мае и в начале июня, и чтобы получить средние капусты, высаживаете ранние сорта или средние такие, чтобы вы успели получить до конца лета урожай. И завершится месяц очень хорошим периодом, снова же для высадки рассады. Здесь мы не сеем, козерог при растущей луне еще допускается. Вот если телец, мне очень нравится капуста, а в козероге она чуть-чуть вот более жестковатая, но тем более убывающая луна. И мы можем 27, кстати, апреля 04 будет полнолуние, мы можем высаживать рассаду. Уже у многих будут готовые парники, теплицы и средняя полоса. Можно высаживать в козероге 30 апреля с 19 часов до 0 часов, 1 мая все 24 часа. Замечательное время можно использовать для посадки рассады. Всего вам самого доброго, удачных посевов и удачной посадки рассады капусты. Пока-пока, до новых встреч в новых видео.